Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Outlast. Прошлая серия закончилась тем, что, по-моему, взрывом меня вынесло оттуда сверху, прямо на кучу всякого говна. Не знаю, что это, люди, куча... До сих пор непонятно, там ли я упал, где я был, или это уже другое помещение. Ну, давайте разбираться. Блин, как тут жутко и темно. Надеюсь, никто меня здесь не встретит. Как хорошо, что... Здравствуйте. Как хорошо, что у меня кучу батареек есть. Блин, как-то... Наверное, я очень опасно просто хожу так возле дверей. Какая-нибудь тварь сейчас... Оу, выскочит. Это что, Крис? Ну, Крис это тот здоровяк. Блин, да ну нафиг. Я лучше подожду. Мне кажется, я был бы в полной жопе, если бы у меня было не 7 батареек, а 1. Да, это он, падла. Эй, это не я. Охренеть, а что делать-то? Мимо пробежать? Блин, он туда же пошел. Уф, уф, блин, уже жутко. Ладно, попробуем. Попробуем его аккуратно как-нибудь обойти. Тихо. Эй, эй, камеру, верни камеру. Придурок. Я его не вижу. Где он? Да где он? Короче, хрен с ним, погнали. Тихо, 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 да беги ты, придурок. Все, падай. Сообразить нет. Батарейка, блин, вовремя. Пора менять. Не, хочу посмотреть, как он с посаженной батарейкой снимает. Галименько, я вам скажу. Да, ладно, лучше поменять, на всякий случай. Ой. Давай, здоровяк, просто уходи. Блин. Как он так быстро спустился вниз? Попробовать, не попробовать, ладно, погнали. Так, он ушел вниз, отлично. Можно аккуратно пройти дальше. Интересно, по сюжету, куда репортер идет от него? Ты со мной? Болтаешь? Или сам с собой? Но мне же сказали через душевую выбираться. А куда? И что будет? Дальше? Дальше? Нет. 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 Нет, нет, нет. Он меня заметил, что ли? Бляха, муха. Роняйся быстрее под кровать. А как он меня заметил-то так? Будет жутко, если он подбежит и выглянет меня. Нет, музыка утихла. Твою мать, он же... Он мне дверь открыл, урод. Раньше не мог этого сделать. Блин, я только что хотел мимо пройти, он взял и... Фух. Честно, от обычных психов я могу побегать, но от этого громила я не очень хочу бегать, честно. Аккуратно. Аккуратно. Точнее, бегом. Ну, нахер аккуратность эту. Где? Где? Так. Что это за место? Ага, сюда можно от него спрятаться. Его здесь нет? Тихо. А, здесь еще закрыто. Все, валим, значит, туда. Только туда. Отлично. Ха-ха. Ну что, выкусил. А тут эти два голых придурка, наверное, где-то рядом. Так. Ага, это то самое место. Да ну нахрен, полиция еще возьмет, выломает дверь. Надо потихоньку идти дальше. Пока только не знаю, куда я иду. Шауэрс. Что значит шауэрс?
Блин, как все притихло. Нет, туда меня не пускают. Я еще немножко. Ах, тварь! Ублюдок! Козлина! Урод! На тебе! Врыло. Фух! Только хотел поделиться, что я немножко выздоровел. А эта падла меня напугала. Блин, я же там. Там, где он бошку оторвал этому придурку. Твою мать. Ох, что-то меня ждет. Что-то меня ждет в этом месте. Не зря здесь свет горит. Поднимем батарейку и нахрен пока камеру отключим. Привет всем. Минутку, я просто хотел. О, тихо. Тихо. Ты чё? Часик в радость, чефир в сладость. Блин, братан, я только в хату зашел, а вы уже начинаете прессовать. Так, здесь никого. Твою мать, ты, блин, долго за мной ходить будешь, придурок? Мы взломали код, осторожно, Китай. Чё несёт? Ладно, давай, подходи. Чё ты хочешь от меня? Я могу рассказать тебе секрет. Ну... А, это не ты говоришь, вон тот придурок. Что вы нашли, что вам принесли? Я хочу помочь тебе. Эй, ты выпусти нас отсюда, эта решетка не остановит Валя Ридера. Он заберет нас одного за другим, пока никто не останется, пока никого не останется. Пожалуйста. А у тебя что-нибудь чешется? Да, похоже, да. Блин, да тут кругом психи. Ты мой компаньон? Отлично, будешь собирать золото по дороге. Сюда никак. Здесь ничего. Здесь ничего. Блин, ну хоть какой-нибудь заляпанный документик, что ли? О, батарейка. Пожалуй, возьму. Здесь ничего. Ты что мне расскажешь? Хочешь, я расскажу тебе секрет? Ну расскажи, я, блин, с интересом выслушаю всех вас. Вы вроде безобидные ребята. Так, а мне... Я так полагаю, куда-нибудь туда, наверх. И, наверное, вот здесь. Так. Оп! Сестра, помоги мне отмыться, сестра. Ты чего, у меня сестру увидел, урод? В натуре, урод. Морда у тебя стрёмная. Так, здесь у нас ничего, на самом деле-то интересного. Слышишься? Правильно. Я бы тоже обоссался, если бы при мне бошку оторвали. Какому-нибудь человеку. Так, ты там отдыхай. О, тихо. Дядька, на меня не бросишься, хотел сказать. Что с тобой делать? Давай, урод, сейчас улетишь у меня вниз. Козлины. Я прям так и знал. Жопа чуял, что на меня бросится, урод. Нет, сегодня я более подготовленный. Отдохнувший от всяких ужастиков и могу дать отпор. Блин, а чем мимо этого придурка пойду, что ли? Я ж по-любому шлепнусь. Ладно, погнали. Тихо. Почеши спинку. Какой эксперимент покойник поставил бы над живым? Дай ему подсказку, он все еще идет. Эксперимент еще не закончился. Так, чтобы спрыгнуть с выступа, двигайтесь вперед и нажмите А. А. Отлично. Про какой эксперимент вы говорите, ребята? О, а вот и документ. Пожалуйста, стоит почитать. Witness? Опять witness? Что это значит? Witness. Тихо. Что, полное ведро крови, что ли? Жесть. Доктор однажды сказал мне, что если бы пещерному человеку показали наши технологии, он бы принял их за магию. А если современному человеку показать магию, он примет ее за технологии. Прям как статус ВКонтакте. Мы верим не в те вещи, и это погубит нас. Не, просто умная вещь, он сказал. Если действительно показать нынешнему человеку магию, он скажет, что это технология. А если человеку пещерному показать технологию, он скажет, что это магия.
Истина. Мне кажется, здесь безопасно, чтобы почитать документ. Заметок у меня нет, а документ у нас называется «Некролог доктора Вернике». Какой некролог? Некролог. Думал, это врач. Некролог взят из тра-та-та-та. Рудольф Г. Вернике. Доктор Рудольф Вернике ушел из жизни в возрасте 90 лет, продолжая заниматься любимым делом. 28 февраля 2009 года он родился в Германии, в Мюнхене в 1918 году и стал известен в научных и математических кругах благодаря статье, написанной в соавторстве с Аланом Тьюрингом, пионером компьютерной эры. После темной истории с работой на военные нужды в Германии, он эмигрировал в Соединенные Штаты в 1949 году, получив визу от Государственного департамента. После нескольких десятилетий правительственных исследований в Лос-Аламосе он отошел от дел и перебрался в Нью-Мексико, где посвятил себя ландшафтной фотографии и заботе о своих кошках. В начале нового тысячелетия он отправился в Колорадо с целью благотворительного сотрудничества с корпорацией Мерков. Компания выпустила заявление, что доктор Вернике был истинным гуманистом и человеком великой душевной щедрости. Никто из близких его не пережил. Типа он жил, жил, да не тужил, и всех пережил. Ох, старик, а. Почти сотку лет выжил, жил, пережил. Тебя будут ломать, пока ты не сдашься, блин. Читал пока, думал, он там сидит, а он тут уже стоит. Ублюдок. Так, туда мне не пройти. Блин, найти бы еще пару батареек. Но их нигде нету. Потому что я их как-то нещадно трачу. Мне кажется, что их может не хватить. Что за... Ух ты, блюха, муха! Ты чё, придурок? Из темноты как появился. Вот урод, блин, а? Чё дерется? Ты лишь заставил нас заглянуть куда-то там. Ай, блин! Твою мать! Да что за придурки тут вокруг? Козлина, давай, давай, быстрее. Бляха-муха, да... Сколько же вас тут нападающих? Фух, этот меня реально напугал. Ты-то не бросишься хоть мне на камеру? Ну уже, иди. Доктор однажды сказал мне, что если бы пещерный... Ну это я уже читал. Сказал, что мысль умная, светлая. Так, камера кончается. О. Да нахрена я поднимался на самый верх, чтобы спрыгнуть вниз? Я не понимаю. Дайте мне батарейку. Отлично. Так, подожди. Да блин. Меняем батарейку и падаем вниз. Ну что, поехали? Сказал я как Барзахоне. Ридер. Походу это да, это та душевая, где я был. Тьма. Кровь. Блин, кровь ведет туда. Стоит ли спуститься в темноту? Да тихо ты там. Я боюсь грома. Блин, ладно, ребята, я пошел. Держите меня, семеро. Жутко, но хер с ним. Может быть, что-то получится. Может быть, что-то найду. Чтобы спрятаться, нажмите X. Так, куда никак не залезть? От кого спрятаться, блин? И тут еще кто-то будет. Ладно, попробуем аккуратненько так. По кишочкам. Охренеть, тут кто-то был. Валеридер. Валеридер. Что за звуки, блин? Ох, ребята. Интуиция мне подсказывает, что будет жопа. Такая тишина. Обычно перед огромной жопой. Перед огромной, мать ее, на весь экран жопой. Мне страшно. Блин, реально, вот человек я вроде спокойный, уравновешенный.
Но какая-то компьютерная игра выбивает из-под меня почву. Твою мать, катакомбы. Больше всего я не люблю опускаться в катакомбы. Тут был где-то прикол, не помню. То ли в Игромании, то ли еще где-то. Да-да, я еще раньше покупал журналы Игромании, читал их. Так вот, был прикол, что ни одна игра не обходится без катакомб. Без всяких туалетов и канализаций. И да, вот она, канализация. Прекрасно. Твою мать, не хочу я в темноту. Просто не хочу в темноту, но надо. Потому что я, блин, любопытный. Ни хрена себе, тут просто кого-то завалило камнями. Ох, ладно, выключаю пока камеру. Жесть. Очень жутко. Ну, действительно. Наверняка вы все играли. Ну, наверняка во много игр прошли, ребята, но... Вспомните хотя бы одну, где нет катакомб. Даже в Serious Sam 2 над этим шутили. Так. Тихо. Ты еще кто? Ты еще живой? Блин, не мимо него идти. Как жопой чуял. Надеюсь, ты сдох, урод. Я готов. Ну, это я булькаю. Ладно. Ну и все. Значит, он еще... Значит, он уже все. Хрен с тобой. Просто пойдем дальше. Ну, выключи ты камеру. Нет, включи. Тут темно. Блин, сейчас какая-нибудь морда вылезет. Никого, слава богу. Тихо. Это еще что было? Твою мать. В смысле? Он пролетел. Охренеть, блин. Я только привык к игре, что тут одни психи и все. Что это за тварь была? Что это за херня пролетела? Ну пролетела же, видели? Ну реально пролетела. Так, давай туда, откуда она прилетела. Она, оно, он, я не знаю, что это было. Жесть. Охренеть, тут просто кого-то с ногами, руками разорвало. А может, блин, наверх я не дотянусь, как обычно. Здесь не... И мне, конечно же, за той тварью. Супер, блин. Давай прочитаем, что тут написано, и пойдем. Аккурат за этой тварью. Документы. Евангелие песка. Или песка, не знаю. Обнаружено нацарапанным на обороте соглашения о лечении. Почерк сходен с образцами почерка пациента отца Мартина Арчимбода. Этот бог настоящий. Как долго обманывались мы призраками, духами, безумием. Невежество наше было умышленным, и сам апостол Павел однажды был ослеплен. Пелена на его глазах была лишь страхом, но истинно видит лишь тот, кто смотрит за его пределы. Таков дар Вальридера. Евангелие песка. Или песка, хрен знает. Нет греха страшнее, чем преднамеренно забыть Бога, получить его откровение и не передать его ждущей пастве. Это место. Перекрыть путь к спасению – грех, за которым любое наказание не будет слишком суровым. Ох. Значит, отец Мартин тоже видел эту херню, которая только что пролетела. Если я правильно понял, что он о ней. Блин, ребята. Я просто помню тот случай на этаже, когда я пролазил через эту херню, и какая-то тварь выскочила. По-моему, это был Крис. Тихо. Можно здесь спрятаться под этой херней? Нельзя. Спустите воду, открыв две заслонки. Это мне начинает напоминать одноразовые хорроры. Это я топаю. О, в натуре. Блин, так редко на себя смотрю со стороны. Вроде симпатично одет. Напоминает одноразовые хорроры, где надо ходить и что-то нажимать. Я так полагаю, я здесь. Не, лучше встану. То есть мне надо включить эту херовину и вот эту. И потом нырнуть туда. Уф, мне кажется, я понял, только
Ты вы посмотрите, сколько здесь катакомб. Я же здесь по-любому какую-нибудь жопу встречу. Так, можно спрятаться вот здесь и можно спрятаться вот здесь. Это надо запомнить. Начать справа или слева? Да начну справа, тут ближе. О, это же Крис, бляха-муха. А куда? Мне некуда прятаться. Капец, мне некуда прятаться. Крис, привет. Блин, братан, ну... Ёлки-палки, ёлки-палки. Я не вижу ни хрена. Я не вижу ни хрена. Куда? Да тут... Шкаф. 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 Ты что, слепой придурок? Ты что, в натуре не увидел, что я в шкаф нырнул? Охренеть, блин, я думал, все. Я в жопе! Твою мать, он все-таки увидел меня! Ладно, погоня номер два. Блин, да поворачивайся ты шустрее, блин. Беги, 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 беги. Куда? Там закрыто. Меня прям как жопой чую, что я сейчас... Как... Во, отлично. Все. Хрен тебе. Только теперь я даже не знаю, где я. Вообще не ориентируюсь. Блин, а куда? Вон он. Все, он там по своим делам пошел, я пойду по своим. Так, я не понял. А, вот, я отсюда пришел. Значит, мне можно пойти. Да, иди в жопу. У меня теперь есть нычка. Нычка, быстрее, блин, придурок! Ай-яй-яй-яй. Твою мать, блин, только расслабился. Такое ощущение, что он постоянно просто на пятки наступает. Просто прям... Не буду тратить батарейки. Я чувствую, я их еще не раз потрачу. Ну вали отсюда, вали, вали. По своим делам. Да подальше, подальше, вали. Это не я. А кряхтит он почему-то здесь. Ну, если звуки слушать. Куда он ушел? Сеть. Так, где он? Туда ушел, да? Аккуратно входим сюда. Посмотрим. Твою мать, так сколько ж... Сколько ж в тебе сила, а? И энергии, урод. Фух, ладно, я думаю, не буду все подряд записывать. Буду записывать самые моменты, как я добрался до туда. И самые прикольные моменты встречи с ним. Потому что я чувствую, я здесь надолго. Короче, дергаем нахрен. Давай, 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 давай. Он даже не заметил, походу. Так, если что, здесь есть дырка. Здесь нет дырки. Можно пройти сюда. И батарейка села. Западло. Так, он походу ушел оттуда. Мне можно пройти сюда. Здесь тоже нет дырки. И дырка есть вот здесь. Отлично, здесь есть проход. Через который он точно не пролезет. Что ж, что-то у меня и получилось. Так, надеюсь, он меня тут не встретит. Отлично. Отлично, просто замечательно. Всего-то 5 минут потратил. Так, одну трубу мы открыли. Класс. Я его не вижу. А если я его и не вижу, значит его тут нет. Как в детстве. Блин, батареечка бы не помешала, конечно. Привет. Очень интересно на тебя посмотреть сзади, конечно, да. Спасибо, что повернулся. Втопить, не втопить. Ты хрен с тобой, погнали. А, он опять не увидел. Ништяк. Сейчас быстро пройду. Там ничего. Там закрыто. Здесь закрыто. Здесь можно перескочить.
Просто я вспоминаю, где можно заныкаться. Как-то плохо вспоминаю. Ага. Блин, ни батарейки, нифига. В такие моменты становится жутко. Что, у тебя кончатся батарейки, и ты окажешься в самой жопе. Спуститесь по лестнице. Просто мне кажется, что сейчас я его встречу. Ну да. Спуститесь по лестнице. Ну что, ребята, ставьте ставки. Смогу ли я пробежать мимо него или нет? Успею или нет? Успею или нет? Давай, раз, два, три. Все, пока. Один раз успел стукнуть. Давай, 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 давай. Твою мать. Ублюдок. Мать твою. Прыгай, дурак. Прыгай просто и все. Ну что? Выкусил рот. Чувствую, я еще в полную жопу влажу. Куда еще в самый низ-то, блин? Куда еще ниже? Жесткач. Эй, где? Куда меня вообще завело-то? И так были катакомбы. Тут еще прям вообще жопа какая-то. Блин, мне очень срочно нужны батарейки, ребята. Срочно, срочно, иначе... Да блин, да где я вообще? Я не понимаю. Вообще какие-то катакомбы. Ладно. А вот это вот интересно. Сейчас, секунду. Наверху красными цифрами 39 минут 33 секунды. Это реально то, что... Тихо, бляха-муха. То, что я записываю камерой, да? Ну да, он также снимает. Фух, слава богу, что тут... Что тут практически не пришлось долго быть. Блин, опять сейчас какая-нибудь жопа меня ждет. Как Фир, помню. Да ну нахер. Помню, как Фир я проходил. И когда поднимался по лестнице, еще первый Фир. Выскочила эта девочка. Просто в самом конце. Вот так же, как он, такой резкий, прям в упор. Вот я обосрался. Даже не помню, если можно было спрыгивать. Я, по-моему, спрыгнул просто. И мне что-то подсказывает, что эта хрень сейчас вылезет. Нет. А где он? Новая цель. Найдите выход из канализации. О, это то место, где был Крис. Кто орёт? Что, уже Крис прошел? Блок администрации. Вот это ништяк. Вот это лишним не будет. Что-то места слишком много. Такое ощущение, что сейчас за мной кто-то бежать будет. Или что-то случится. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Доктор мертв. Ну, ведь знаешь это, да, доктор Верника? Он умер еще до того, как начал работать здесь. В смысле? Только какие эксперименты мертвый доктор ставит на живых пациентах? Вот в чем вопрос. Чувак-то типа адекватный, да? Блин, какой-то ты стрёмный, что ли? Здесь ничего интересного нету. Хотя бы батареечку положили, что ли, ребят? Мне кажется, мне вниз не хочется. Ну и туда певцу тоже не особо хочу. Ну, как я уже говорил, мое любопытство меня ведет постоянно в самую жопу. А тут, в принципе, никого и нет. Батарейка. Фух, слава отцу Мартину за то, что он оставил здесь батарейку для меня. Друг, тебе закрыть, чтобы не дуло. Держи. Фух, ладно, пошли вниз. Посмотрим, что нас ждет внизу. Блин, как обычно, напряг, когда я опускаюсь, не вижу. Я же не могу затылком смотреть. Ого, тут кровь. Тихо. Тихо. Так.
Female word. Male word. Что это значит? Word. 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 Блин, мои познания английского не особо, честно. Вот в таких моментах. Да ёлки-палки, хватит меня пугать. Крис, это ты? Братишка, ну зачем так жестко? У меня английский на уровне любителя. И этого, как его, игрока в онлайн-игры. Повсюду кишки, кого-то сюда все скидывают, всякую хрень постоянно. Еще кишки. Что? Что за звуки? Тихо, бляха! Где? Где? Где упала? Да где упала, елки? Где звуки? Твою мать. Я сюда хочу вниз. Что это было, блин? Фу. Захотел, блин, закончить серию спокойно. Да где упал-то? Сзади, что ли? Ладно, хрен с ним, разберусь потом при монтаже. Откройте, милиция! Да я пошутил. Сиди там. Фух. Блин, это просто внезапно было. Не, такой поставил на паузу. Пошел. Кошку шугнул, чтобы она меня не пугала. Включил заново. И тут хлоп! Твою мать, опять эти... Катакомбы. То налево, то направо. Так, что у нас тут? Ага, здесь можно подняться. Наверное, меня сюда и ведут. Аккуратно. Меня здесь никто ведь не ждет. А почему у меня заметки перестали добавляться? Я вроде как... Камеру постоянно держу включенной. Надо выбираться из этой жопы. Это, ты не сюда стучишься, урод? Нет, я не люблю медленно открывать, так страшно. Ой, блин, так тоже страшно. Просто я помню тот момент, когда я медленно открывал в начале игры. Да ну нахер, я больше так не буду. Блин, мне никак не дают закончить серию. Я постоянно в какую-то жопу влезаю. Что это за звуки? О, твою мать, блин! Водичка! Я никогда так воды не боялся, как сейчас. Блин, а куда мне? Либо туда, в жопу, либо сюда. Выберу место. А, понятно, тут тоже в жопу. Как бы это глупо не звучало, но вопрос только... Да, водичка, успокойся. В какой жопе просторней? И не так страшно. Да я не понимаю, где я, блин? Да мне скоро батарейки кончатся. Дайте мне хоть батареек, а? Ребята, я не хочу в кромешной тьме бегать. Осторожно. А, я не понял. Вот то место, где... Наверное, там были батарейки, блин. Надо было туда идти. Да, вот оно, это место, только не понятно. Тихо! Да ёлки-палки, хватит, а! Дайте мне спокойную игру пройти. Хрен с два, мне дадут расслабиться, походу, сегодня. Идет сохранение. Вообще тьма. Вообще ни хрена не видно. Водичка в лицо брызгает. Колонна. Да блин, тут вообще... Куда идти-то? Тут место до хренища. Ладно, как... Как учили в детстве. Там свет, кстати. Или туда.
Если ты попал в пещеру или в лабиринт, иди по правой стороне. Так ты по-любому куда-нибудь придешь. Чего? Чего будешь? Тихо. Не мигай. Блин, ну по-любому же какой-то мудак меня здесь ждет. Так, отлично. До одного края мы добрались. Все-таки здесь закрытое помещение. Ну да, было бы странно, если бы, блин, под землей было бы открытое помещение. Ни хрена себе, протопал. Да, все-таки не туда. Ну, лишний раз, чтобы убедиться, я, пожалуй... В смысле? Где? Я не пойму. О, лесенка. Вы слышите? Он где-то в темноте ходит. Или нет? Тихо! Где? Тихо, где? Где? Я не понял. Он как меня увидел-то? Фух, надеюсь, он не умеет лазить. Ты не умеешь лазить, урод? Передавай привет мамке. Ха-ха, тихо. Друг, цитрамончику не хочешь? Фух, это было реально круто. Ладно, дойду до места, где есть сохранение, и... Хватит на сегодня. Да, вот оно. Ладно, ребята, на этом я закончу сегодня. Ты что, драться со мной? Да он в натуре... В смысле? Я прощался тогда с подписчиками, урод. Ни хрена себе, он просто на меня побежал. Фух. Ладно, ребята, на этом я сегодня закончу. Всем спасибо, что смотрите меня. Не забывайте подписываться, чтобы узнать, что будет дальше. Или увидеть, как я прохожу эту игру. И поддержите меня лайком. Всем пока и до скорого.